На территории храма иконы Богородицы Всех Скорбящих Радость митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор появился в 8 часов утра. Он осветил многофункциональные кризисные центры, которые расположены рядом с церковью, и провел праздничную божественную литургию для православных микрорайона Ареда. Этот храм в народе прозвали больничным, при нем есть сестры милосердия, они помогают при необходимости ухаживать за тяжелобольными в палатах. Прихожанка Екатерина Цветкова рада, что именно при их храме открылся первый в Сочи приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сама она уже ждет 4-го ребенка, всегда ходит на исповедь и причастие. У каждого ситуация может в жизни случиться, когда некуда пойти. Слава Богу, есть такой приют, мы все рады, и слава Богу, что он есть, и то, что появилась такая идея построить, и с Божьей помощью она воплотилась. Сегодня верующие могли ознакомиться с приютом, посмотреть, как здесь устроятся те женщины, которым тяжело в одиночку принять единственно верное решение. Помогать им будет церковь. Здесь созданы все условия для того, чтобы женщина не решилась на аборт, а сохранила жизнь ребенку. В центре может находиться более 10 беременных женщин и молодых мам с новорожденными. Они обеспечены всем необходимым и в первую очередь трехразовым питанием. Постоялицам также помогут с вещами, предметами первой необходимости. С женщинами работают психологи, юристы, специалисты соцзащиты. Главная цель – помочь избежать непоправимых ошибок. В приют направляют своих пациенток, в том числе и врачи городского перинатального центра. Мы стараемся женщине помочь выйти из трудной ситуации. То есть не взять ее, да, на себя и тащить этот воз, а именно выйти из трудной ситуации. То есть помочь ей увидеть ряд каких-то ее проблем, ну, которые можно решить, чтобы она поняла, что она не одна, чтобы она могла немножко отдышаться, успокоиться и двигаться дальше. А глава Кубанской митрополии будет находиться в нашем городе и 29 апреля. Сегодня в рамках данного визита прошли богослужения в двух храмах города. А в воскресенье в 9 часов утра состоится служба с участием митрополита Исидора в Свято-Михайло Архангельском соборе. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.